Красноярские столбы частично откроются для посещения с 1 июня. Гулять пока можно будет по четырем разрешенным маршрутам. На центральных столбах тропа длиной 16 километров от кордона Лалитина до 4 столба. На восточном входе от гранитного карьера до китайской стенки 6 километров. До Ермака 4 и до горы Такмак через Бобровый лог 5-километровый маршрут. Со стороны Бобрового лога конечной точкой будет орнитологическая смотровая площадка. Вся остальная территория остается недоступной для туристов. Каштаковская тропа тоже закрыта из-за риска падения сухостойных деревьев. Также там есть вероятность встретить медведей. Национальный парк был закрыт 29 апреля из-за опасности пожаров.